Приветствую вас, друзья и товарищи! С вами Милана Шикриева, и я менеджер по работе с клиентами в компании MyBuch.kz. Спешу поделиться важной новостью. Комитет госдоходов РК разработал мобильное приложение «ЕСЛК Бизнес». В связи с внедрением нового специального налогового режима было решено использовать его с помощью специального мобильного приложения. Условия его применения идентичны условиям для применения СНР на основе патента. В последующем предполагается, что он должен заменить данный режим. Мобильное приложение ЕСЛК Бизнес освободит предпринимателей от расчета налогов и социальных платежей. Приложение самостоятельно будет производить авторасчет налогов и соцплатежей на основании доходов, которые определяются по чекам, сформированным предпринимателем в приложении. Все это взамен чеков контрольно-кассовой машины, который теперь предприниматель, использующий такое мобильное приложение, вправе не применять. Кроме того, предприниматель, применяющий новый режим налогообложения, будет освобожден от представления налоговой отчетности. Также в приложении вводятся дополнительные сервисы, которые предусматривают выдачу различных справок, переброски по счетам и так далее. Приложение интегрировано с банками второго уровня, а значит, можно будет, не выходя из дома, оплатить все суммы налогов. Приложение на данный момент тестируется в пилотном режиме, но доступно не для всех предпринимателей. В пилоте могут участвовать только лица, зарегистрированные в качестве ИП и применяющие специальные налоговые режимы на основе патента и упрощенной декларации. Сейчас тестирование идет в двух регионах – Акмолинской и Жамбылской областях, и 3500 предпринимателей уже используют приложение. Со следующего года планируется, что приложение начнет работать в полном объеме, и его загруженность составит 400 000 предпринимателей. Да пребудет с нами сила информационных технологий!